Всем привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим с вами о светодиодной подсветке на кухне, а именно ее рабочей зоне. Представим, новое жилье, новая кухня, вы заходите на кухню и начинаете готовить, а там ничего не видно. Ну вот, режете и ничего не видно, так а в чем проблема? А проблема состоит в том, что мало кто задумывается о подсветке рабочей поверхности кухни. Вот именно той самой поверхности, где происходит процесс приготовления блюд. И сегодня я вам расскажу и покажу, как эту самую подсветку рабочей поверхности установить. Давайте сначала пойдем и посмотрим на результат работы компании LEDRUS. Как? Вам понравилось? На этой кухне была установлена подсветка с угловым профилем. Если вы думаете, что ее так просто установить, то вы ошибаетесь. Сами работы занимают от 2 до 6 часов. Так в чем же сложность, спросите вы? А сложность состоит в том, чтобы учесть все нюансы подвода проводов и в грамотной нарезке алюминиевого профиля с лентой. Ведь у ленты есть определенный шаг, по которому ее нужно мерить, и также определенные нюансы крепления ленты на алюминиевый профиль. Так в чем же эти нюансы? У алюминиевого профиля есть токопроводимость, а у светодиодной ленты контакты. Так вот, многие неправильно устанавливают ленту на профиле, таким образом возникает замыкание и сгорает либо лента, либо блок питания. А вы знали, что правильный выбор цветовой температуры очень сильно влияет на то, как вы воспринимаете цвет еды на рабочей поверхности? Что я хочу этим сказать? Предположим, вы выбрали цветовую температуру 8000 кельвинов. И в этом случае розовое мясо будет выглядеть синим и совершенно неаппетитным. Эти и другие нюансы мы учитываем при монтаже светодиодной подсветки. А в следующем видео мы покажем, как сделать подсветку потолка с применением полиуретанового плинтуса. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и всем пока, до встречи!